Пересказ сказки «Город в табакерке». Жил-был мальчик, и у него на столе была очень красивая шкатулка. Эта шкатулка сверху напоминала замок. А этот замок был такой красивый, и сзади него было солнышко, которое светило очень ярко. Потом из замка выходит какой-то золотой человечек. И он говорит мальчику: «Пойдем за мной». И мальчик соглашается и идет с ним в шкатулку. Когда он приближается к замку, он уменьшается и... Замолчи! Лазит через дверь. Когда они немного прошли, они встречают папаньку. И маленький золотой человечек говорит папаньке: «Можно, пожалуйста, зайти?» И папанька отвечает: «Заходи». Когда дверька открывается, мальчик видит короля, который лежит на диване. И возле него стоят молоточки. А возле короля еще маманька. Она крутит короля, чтобы молоточки били по нему и производили звук. Когда они прошли дальше, они увидели много колокольчиков. И он решил нарисовать картину. Он решил нарисовать картину с маманей и с папаней. Это была необычная картина. Когда он бы ее нарисовал, тогда бы вылезли оттуда, кого он нарисует. И он нарисовал папаню большим, а маманю маленьким, из-за того, что папаня был близко, а маманя далеко. Когда колокольчик увидел это, он очень сильно рассмеялся. А маманя говорит ему, что лучше написать папаню немного поменьше. Колокольчик так сильно смеялся, что аж мальчик проснулся в своей кровати и узнал, что это был сон. До свидания.